зачем громко-то, а? Мама, ты меня там рука! Привет, Златусик. Злата кричит, одевается, оделась уже и кричит. Да. Я еще вернусь. Да. Мы такие, будем ждать. Димасик. Эти те. А тут кто? Злата. Залазь давай. Это что такое? А юбка какая-то. Зачем? Не знаю. Юбка. Ой, красота. Ты выступала, что ли, Злата? А? Это что такое? А? Так. А фигушка? Что делаешь, Дима? Дима! Да не надо так делать! Ну сейчас меня еще упусти. Замазал. Ты мне весь рукав замазал. Перестань. Дим, сейчас выйдешь отсюда. Ты сейчас выйдешь отсюда, успокойся. А ты что стоишь, снимай? Ты что, тоже тебя бабушка снимать должна? Опять она ему тебе одела джинсы дурацкие. Не говори. Здравствуйте. 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 Там темно. Да-да-да. Отойди от двери лифта. Отойди подальше от двери лифта. Вот. Сейчас грузовой лифт приедет. Да? Стоп, стоп, стоп. Злата, отойди от двери. Все, я начну. Ой, не говори. Смотри, вон. А квас зачем? Дедушки. А, квас будет. Мама. О, дедушка солнышко у нас. Дедушка весна. Влада, посмотри, у деда юбка твоя где. Мама. Ой, какой, ой, какой дедушка красивый. Ой, да меня кусочек. Да можно. Вот какой дедушка у нас красивый. Ты где? Ты еще холодно, что ли? О, Дима. Ой, папа, посмотри, как у бабушки Влади курточку баба Вика подарила. Давай всем покажем. Вот. Красивый?
Какая Злата красивая, да? Вот, Злата, да, давай померяем. Дай мне кусочек кофе. Покажем, давай. Ай, какая Злата. Дай мне кусочек кофе. Сейчас, Дима, дадим. Иди, Деда, покажи, покажи на камеру там. Покрутись. Ой, какая красивая Злата. Вот так вот. Да, я сниму тебя. Ай, какая красивая Злата. Вот, какое красивое фурда на бабушке купила. Покрутись. Давай, ты не будешь. Не будешь? Пап, ты хочешь? Ладно. Ой, какая Злата красивая. Даже пушок пришел на тебя посмотреть. Ай, какая красивая. Как ты танцевала-то, Глазурка? Она застеснялась. Ты застеснялась, да? Как ты бегала, радовалась, танцевала. Какая у тебя фоточка красивая. Ну ладно. Вообще-то костюм на 3-4 года. Ой, красивая девочка. Какая красивая девочка. Ну ладно, все. Вика, там это, ты включи нормальное детское. Да. Ну там непонятно, что показывают. Это реклама. Это реклама. А что тут мокрое? Ты протирала? Я протерла, да. Мама, мама. Блин, опять все залило здесь. Дождик шел. Я погнал опять на источник. Давно уже там не был. Надо подлечиться немножко. Это мой. Итак, значит, едем 90, да, на газу. Расход получается... Вот на данный момент 14,4. 14,4 это километры на одном литре пройдено. Это бензиновый расход. Ну, газ надо 15% прибавить примерно. Получается. То есть посмотрим, съездим, что нам покажет реальный расход. Торопиться не будем. 80-90 максимум. Все. Снег практически уже растаял. С этой стороны он растаял уже. Еще немножечко есть. Но в низинах воды до хренища. Вот после Лосинки дождик кончился. Дорога начинает подсыхать. Расход у меня уже показывает 16 километров на одном литре. Это бензиновая фаза. На газу, наверное, чуть побольше. Решил проверить параметры двигателя. Температура 85 в ходу, 86, EGR 60%, возврат идет. Температура катализатора 700 градусов, в принципе, ни о каком пережоге клапанов быть не может и речи. Потому что клапана начинают прогорать, когда у тебя 1100-1200 градусов. Вольтаж 14,3. ПСИ, я хера знаю, что такое. Вон что, все мелкие ручьи поразлились, он в полноценные реки. Да, чувствую... Как бы нам Ирбит бы нормально проехать, чтобы там дорогу не перелило нигде. Ничего не нужно. Половодье нынче будет, наверное, конкретное. На малых реках. На больших реках там без разницы. За один день снег сошел, или там за месяц он сошел. Без разницы абсолютно. Там половодье начинается в июле месяце, когда уже сено косить надо.
А вот мелкие-то речушки, которые с лесу текут, вот те, да, те перенасыщены. Это вот мы уже к Артемовску подъезжаем. Ну, вот, значит, пройдено 100 километров. Не буду пить за это. Это 100 километров показало 16,6 километров на одном литре. Это если он считает, что мы на бензине едем. Ну, короче, где-то получается 6,5 литров плюс 15, где-то 7, 7,5, 7,8 примерно газ расходует. Еду в режиме экономайзера. Это кнопочка нажал. Бронсон, а посередине горит, это зеленая. Ты хочешь сдохнуть? 90 держим. А там вообще показывает он. Под двадцаточку. Угрожал моему подчиненному. Успокойся в конце концов. За зиму лесу навытаскивали. Тебе что тут надо? Сейчас весной, летом будут вывозить отсюда. Ну, сейчас пойдет. Хороший соснег. Я правила не нарушал. Ну да. Хрена на его. Никто заехал. Тебе, батареи. По-моему, сложное дело. Сейчас съест его. Ведет себя как подростки, мистер Базар. Разливаются речки. Конкретно. Не так уж. Да? А если я тебе воду дам, тебе тоже будет смешно? Трусишка. Зайчья душа. Кролик. Напор какой едет. Я их люблю под соус. Ну все. Поля потекли все, блин. Вот сколько воды. Какие из этих лучей не пользу, Хлопер? Это все с течением. Ты поучаствуешь. Вот речка. Свободен. Эти все мелкие речки сейчас разливаются и вербите. Может быть, она и это, мы еще все затоплено. Ну, может, поговорить хочешь? Не хочу. То, в Ирбите могут быть проблемы. В Тавде-то точно там будут проблемы. Вот потом. На Белый Яр, который. Значит, что мы послали лесу навозили за зиму. И кто-то с той пары. Лето будут работать. Молодцы. И там еще запасы у них в лесах заложены, где по суше. Потом будут вывозить. Остановился немножко. Прикорнуть надо чуть-чуть, а то поплыл уже. Смотри, дикие поля. Водой залиты. Да? Можно рис садить. Ничего не будет. Потому что оно там, в самом гнезде решается. Конкретно увлажнились поля. Спуститься. Ни за что. Здесь ни хера не пахали. А здесь вот нормально вспахали уже. УАЗик пошел. Поля-то вообще конкретные. Одна вода. Индия 37. Река Ирбит разлилась. Охренеть, блин. Дома подтопило, наверное, да? Нет еще, но подтопит скоро, блин. Это у нас Зайково. Зайкова подразбили. Вон что. Все затопило. Островочек такой остался. Небольшой. Дома еще не подходит пока. Ну, бабушки сидят. Вот она жизнь деревенская. Посидели, посплетничали. День прошел. Вон еще дорожники едут.
по дорогам на великах. Не пройду ли вы под колеса, блин? Таксисты сидят, ожидают автобуса, потом развозят по мелким деревням. Внутри четверка стоит. Музей какой-то. Кривой, блин. Сбор дружина. Интересно. Монтажки перебываются на лето. Люди живут в домах таких сырости, блин. Колхоз, видимо, на последних издыханиях уже работают дети местные. Здесь вот газовая заправочка есть. Вон она. Бензол сливается. И газовая заправочка вон там. Ну тут работает еще. Говномес. Местные жители такие. Такое оно было Зайково. Река Качевка тоже разлилась. Это все впадает в Вербицкую в эту, блин. Как в Вербите дела будут обстоять, там посмотрим. Короче, заметил я такую фигню при режиме экономайзер, да? Видимо, на машине стоит все-таки датчик наклона дороги. Вот. И получается, я вот педаль держу в одном месте, да, все время. Держу в одном месте, у меня там, ну, чуть-чуть там как бы вот газку поддается, она скорость выдерживает. Как только начинается наклон в гору, сразу автоматом добавляется топливо. То есть вот именно по наклону. Сейчас одну горочку прошу, а вторую посмотрю. Нет, здесь, видимо, этого нету. Вот там была сзади горочка такая покруче. И все, она, блин, как сама дала газу, блядь, и скорость вернула обратно к 80. Потому что на форуме писали, что человек с горы спускался, несколько раз на тормоз нажимал, и у него как бы по датчику вариатор включался, и двигателем тормозила машина с горы. Поэтому, скорее всего, тут датчик стоит наклона, который, видимо, вкупе с вариатором работает и с топливом. Но именно в экономайзере, в обычном режиме этого нет. У нас он уже ербит впереди будет. Так много машин-то затопило, я же говорю, топит, видите, все топит, вон, ё-моё, все затопило, блядь. Вон что, все дворы в воде, я же говорю, ребята, видите, да, какая херня происходит. Как я и предполагал, что здесь все будет топить, люди выезжают, вон что, как вот, блядь, видите, а? Затопило все нахрен напрочь. Вот здесь постоянно такая херня, когда вот ранняя весна. Вон что воды. А дорогу еще не перелило у нас. Пока. Там что, у нас сети стоят или что? Все затоплено полностью. А они что тут стоят?
наверное, все эти стоят. Ну, просто машины моют. Вот здесь переливают дорогу, в принципе. Видите? А, все, вот уже перелило. Вот она, вода пошла. Уже столбики поставили сюда, потому что она перельет еще больше, чтобы ориентироваться, где дорога, не уехать. А чтобы на обратном пути ее не это, то на обратном пути ее перельет и через Тюмень попрем, блядь. Вон что. Ямины какие, блядь. А? Все, он перелило. Дорога вся поплыла. Раньше хорошая дорога была, блин, все поплыла. Машины моют. Где дети радуются. Половодье. Здесь тоже переливало поворот. Вот. Она еще прибывает. Видите, лед-то еще не растаял везде. Она прибывает. Здесь перелет напрочь. Вот еще пару дней теплой погоды. Вот же лед еще кругом. И кобздец тут будет. И автобусное сообщение могут прервать. Между Туринском и Екатеринбургом. Там подальше-то она повыше уже будет. Там более-менее. Здесь вот тоже пытается она перелить. Дождик пойдет, что ли? Обещали. Вот он тоже вся подходит, вода. Еще лед не растаял. Нету больше. Дальше уже все повыше пошло. Там еще посмотрим сам мостик тот, который на новой дороге, на Туринской. В каком состоянии будет. Вот Ницца. Вот она в таком разлитом состоянии. Течет. Эти дамбы сделаны здесь, чтобы дорогу не размывало. Она еще поднимется, она еще поднимется, она здесь все зальет полностью, не будет ничего видно. И, короче, тем домам кобздец придет. Но люди привыкли, они, как говорится, всю жизнь так живут, поэтому подделывают, подстраивают, обкладывают и потом возвращаются обратно в свое жилье. Заехали в Туринск. Ставропольцы что-то тут наяривают. Перископ включил.
мост на Туринский. Осталось немножко до источника. Еще кое-где лед еще есть. Я говорю, она будет разливаться тогда, когда уже июнь, июль. Когда вот только. Ну, солнышко пишет. Ура! Видишь, в машине никого нет. Ты говоришь, чтобы в машине посмотреть. Вот подъезжаем к источнику. Не знаю, хватит у меня аккумулятора записать, нет. Что там творится? Ну что-то машина-то до хрена, по-моему, смотрю, стоит. Внутри или там что, кран просто стоит. Открывай, давай, что мало. Стоят машины до хрена. Автобус вроде. Да. Много стоит. Автобусик стоит этот местный. Ну как много, не очень много. Здесь и здесь тоже мало стоит. Что они тут такую площадку делают какую-то? Видимо, волейбольную, что ли. Песочный этот волейбол. Этот, пляжный, наверное, какой. Нет, машины уже практически поразъехались все. Нормально, никого не будет. Спокойненько покупаемся. Тут беседки у них здесь. Вон слив туда идет, ну, воды сколько там, как с детства уже. Ну все. Ну, намылся, набавился, нагубался. Вот и все. Отстрелялся. Немножко заново родился. Что у нас время-то? 12. Ой, 10. 10 вечера. Часа в 3, наверное, домой попаду. Все, покидаю. Акварель, 10.09 вечера, 275 километров до сюда было, от заправки, и до заправки столько же будет. Ну да все, и перелила, блин. Зачем? Мое. Ты пытается общаться. Это перелила. Чтобы... Знаю, перелила дорогу. Бля, тут ямы. Ё-моё. Где тут край дороги-то? Вот он. Перелила все нахер. Пришлось перенастроить все компасы и GPS. Чтобы... Туда ехал, еще нормально было. Сейчас уже все. Завтра уже кобздец тут будет полный. Если бы под домом была магнитная руда, мы бы это поняли, когда запустили трактор в первый раз. Да, начало переливать. Вовремя это я, вовремя. Ну вот, добрался я до заправки. Практически. 550 километров ровно. От заправки до заправки. До Туринска обратно. 550. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут топлива войдет. Время 2.31 ночи. Итак, значит, итог. Пройдено 550 километров. 550 километров. Мы заправляли полный бак. Вошло
41 литр вошло. Ну, 41-33, 41 литр. В итоге получается, на 550 километров 41 литр спалили. Это 7,44 расход получается. Получается 7,44. Вот у нас расход показал. Ну, я надеюсь, видно. 7,44, вот он написано. Литров на 100 километров.